Сегодня в Алматы проходит 7-й конгресс финансистов Казахстана, приуроченный ко дню национальной валюты. Этот форум не проводился более 10 лет, и участники ожидают от него решения многих вопросов. На месте находится наш корреспондент Татьяна Напольская. Скажите, Татьяна, как проходит работа конгресса? Добрый день, Салтанат. Да, это действительно уже очень ожидаемое событие, ведь за последние 11 лет значительно изменилась мировая финансовая система и банковский казахстанский рынок. Более того, все более активно и профессионально заявляют о себе страховые организации, микрофинансовые, активизировалась деятельность казахстанской фондовой биржи. Государство продолжает субсидировать некоторые отрасли экономики, в то же время банки выдают кредиты на развитие малого и среднего бизнеса. И вот именно для этого и нужно было собраться сегодня всем вместе, чтобы понять, какие существуют в стране финансовые потоки и не перекрывают ли они эффект друг от друга. И у нас уже есть первое мнение по этому поводу. Давайте послушаем. Все ключевые вызовы, которые стояли перед финансовым сектором, начиная от банковской тайны и заканчивая всеми основными законодательными инициативами, они проходили через обсуждение на Конгрессе. Поэтому мы считаем, что сегодня тоже достаточно непростая ситуация для финансового сектора, и для экономики в целом. И важно вот такую открытую площадку возобновить. Обсуждать будем вызовы фондовый рынок. Планируем зайти в конструктивный диалог, который уже сегодня ведется со всеми полномочными органами Национального банка. На этом у меня все, Салтанат. Больше подробностей будет в итоговом выпуске новостей в 21 час. Спасибо, Татьяна.